Казахстанские дипломаты держат на контроле сложившуюся ситуацию. Они, стоит отметить, сохраняют спокойствие и не склонны считать, что обстановка зашла в тупик и может вызвать какие-то социальные последствия. Позицию официальной Астаны комментирует начальник департамента демаркации госграницы Министерства иностранных дел Казахстана. Казахстанская сторона считает, что договоренности, которые не выполняют с одной стороны, а мы полностью выполняем все наши обязательства, взятые согласно этим договоренностям. Как я вам говорил, мы уже перенесли погранзнаки, мы уже выделили земли, которые отходили к киргизской стороне. Так, естественно, мы заинтересованы, чтобы канал, который отходит к нам, чтобы он был неприкосновенен. Тем более, особенно в такой поливной период, когда у нас тысячи гектаров земли нуждаются в этой поливной воде. Так. Поэтому считаем, мы, в общем-то, готовы к любому варианту. Так, если киргизская сторона сумеет обеспечить выполнение взятых на себя обязательств и реализацию этих договоренностей, мы будем это приветствовать. Мы со своей стороны уже выполнили свои обязательства. Но если они не в состоянии выполнить это, мы готовы, в общем-то, отойти от соглашения, аннулировать их так и вернуться к той линии границы, которая определена договором 2001 года.